есть. Кто умеет, тот ловит. О, вот это карась. Это уже карась. Всем привет, друзья. Мы снова на рыбалочке. С Митяем приехали половить карасика. Мы находимся сейчас на высыхающем озере. Тут ее озером даже не назовешь. Здесь болото. Тут реальное болото. Мы сейчас будем пытаться поймать карасика. Всем приятного просмотра. Есть карасик. Друзья, первый карась. Не крупный, но есть карасик. Как вот его насадить? Это вообще молча. Глист. У меня, говорит, глисты даже жирнее. Да? Вот такой карасик попался. Митяй обрыбился. Это брать мы не будем точно. Это совсем, блядь, писюн глазированный, блядь. Я это оставлю. И что, съел червячка этого? Нет, не съел. Что, наелся? Прощай, мой фролин. Ветер поднимается, да? Ну, обещали, дождь весь день будет. Ну, посмотрим. Зарплату, походу, не дают. Что-то непонятно. Да, столько, блядь, я на рыбалку еще не ездил. Мне кажется, я за это лето больше, чем за всю жизнь на рыбалку, блядь, съездил. Ух, все хорошо. Такой же, да? Да, здесь, походу, уже этот, выловили всю рыбу, блин. Ну, смотри, это что за мелочь? Вообще мелочь, мелочь. Что с ним делать? Отпускаем. Я говорю, если с такой мелочью нам, блин, червей не хватит. Поклевка будет редкая, но зато если клюнет, то клюнет хорошая. Ай, блядь. Да это что такое, блин? Смотри, вот такой карась. Иди отсюда. Блин, он червя, конечно, у меня вообще за этот захавал конкретно. Я ж говорю, ж сидит. Блин, карась, что с тобой? Перловку разловили. Да ну ты чё, это разве рыба? Иди отсюда. Ще мелочь. О, Митяй тащит. Да, экземпляры, да? Да, в прошлый раз было поинтереснее. Нет, такие тоже клевали в прошлый раз? Нет, ну в прошлый раз крупняка побольше было. Видишь, выловили, может. Там на ил, на дно опустись и жди зимовки уже, чтобы выжить. Тихонечко утаскивает. Непонятно, сидит, не сидит. Как будто сидит. О! Это уже поинтереснее. Перловочка, да? На перловочку. Да это просто кто умеет, тот ловит. Это чуть-чуть поинтереснее. Ну блин, вообще дожились, блин. Мелочь ловим. Забираем, да? Да-да-да. О, вот это карась. Это уже карась. Это уже поинтереснее чуть-чуть, да? Так, забрасываем. Ух ты, не туда. Не туда, не туда, не туда, не туда. Вот так вот. Есть. Кто умеет, тот ловит. Стой, 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 тихо.
Я пытаюсь прям рядом с тобой этот ближе к тебе закинуть, чтобы ты закидывал туда. Так, смотри, червяка съела, все, нету. Одна поклевка и нету червя. О, вот это карась попался. Ты прикинь? Я уверен, как кончик удочки нахуй вниз потянуло. Вот это вот карась. Вот раньше здесь вот такой карасик клевал. Это острова, блядь. Давай, показывай. Опусти рот. Сколько грамм думаешь? Жиренький, блядь. О, ёлки, здесь я смотри. Что, сравним? У меня даже отцепился сам. Сейчас, подожди. Нет, что-то пересадил бы там по-любому. Да сейчас пересажу. Вот такой карась, друзья. Нормальный. Это средненький. Это хороший карась, я бы сказал даже. Да. Он еще толстенький, у него брюхо хорошее. Это девочка, видишь? Это будет, это оставлю, я не буду вырезать. Ну-ка, сфоткай меня, Макс, отправлю. Сейчас. Да, блин. Вот это улов. Вот это улов, блин. Ёлки-палки. А на перловку что-то вообще не хочет клевать. Еще пару штук поймал на перловку и все. Только на червя. Карасика. Есть. Прям хороший. Такой же, да? Нет. А, не, ну это поменьше, но длина такая же, да? Ну, Митяй, блин, ну Митяй. Ловит, блин, один крупняк у него. Он какой-то длинный, блин, но худой. По сути он длинный, видишь, какой он? Он не нагулял еще. Хвост, видишь, какой у него? Да, вот я же говорил, что есть. И такой. Он покакал на 5, видишь? Это мальчик или девочка? Это мальчик. О, у меня там клюет. На свою же какого. Ну вот как-то так. Сидим везде тучи, холодно вообще на улице. Зад поверни, вот посмотри, там что творится, это обалдеть. Да, за твоей спиной прям вот там свинцовая туча. Да, тучи прям конкретно свинцовые. Ну, пока нам повезло, пока нам везет. Вообще капец. И вон в сторону Аксу. Смотри, труп не видно вон. Череп ветеран, бля. Ё-моё, вот этот трофей, смотри, друзья, какой ротан попался. Чудовище, блин. Да. Вот такая у нас сейчас рыба. Ну чё, трофей нормальный, да, Митя? Вообще бомба. Пожарим, наверное, сегодня её. Ёлки-палки. Я, кажется, наоборот, на уменьшение иду. Не на укрепление, блин. Смотри, вообще мелочь. Как она зиму переживет здесь? И червя разорвала. О, на ту клюет. Привет. Кого ты увидел там? Дай камеру. Быстрее. Норк? Не, свою. Она испугается твоей рыбы сейчас. На, рыба. На. Смотри, рыба. На. Сейчас он. Добро. Да. Добрался, спрятался. И вот так вот, видишь, не зря карась не упался. Накормили.
накормили, ну нифига себе там. Даже не боится. Вот норка бегает. Она кого-то увидела, где я рыбу достал. Даже не боится. Да. Ну ничего так, да? Как он, ты ловил? Да, такой же он. Но клюнул-то интересно прям. Клюнул интересно, да. Потопил, потащил. Норка, норка уже выбежала. Дай рыбу, да? Ну, вот такой был. Ага, у меня вот. Опа. У тебя получше, да? Да, такой же. Да не, покрупнее. Да такой же, блин. Чё, на. Норки отдадим? Да не, забирай, ты чё? Не, это твой, твой покрупнее, смотри, гораздо. Да одинаковые, блин, ты чё гонишь? О, нифига там он, рыба плещется. Бросила. Эх ты, карась. Если так будет и разлива не будет, в следующем году будем рыбачить в аквариуме. Будем аквариумных рыбок разводить, да? Будем покупать на ласточки. У нас есть такой рыбный этот магазин. Буфало всякое продается, будем покупать. О, вот он. Мелочь, блин, нормально, надо закинуть. Лежит. Давай. Есть. О, норку будем кормить. Норка? Норка, настало твое время, блин. Ну, короче, приехали сюда норку накормить. Держи. Ну да, этот маленький совсем. Бля, пиздец тебе норка, нахуй, ты будешь в ахуе, походу. Карасик. Блин, вообще мелкий, блин. Да. Походу, крупняк весь выловили, да? Да нет, такие по-любому ладошные еще остались, я думаю. Которые... Не знаю, выдра, бля, ты ебанулась там, нет? Да она где-то гуляет. Ебать, она охуеть, когда придет, нам домой придет, скажет. Ну вот и все, друзья. На этом наша рыбалочка завершается. Мы посидели пару часиков, покайфовали. Ну, погода испортилась очень сильно, ветер сильный, холодно стало. Поймали мы немного, но в основном мелочь была. Мелочь мы отпускали. Вот наш сегодняшний улов небольшой. Есть там пару карасей таких нормальных. Ну вот, а мелочь мы всю отпустили. Ну и норку здесь накормили. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.